Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. Мы рады вас приветствовать на стадионе Академии «Спартака» имени Федора Федоровича Черенкова, где через считанные мгновения будет дан стартовый свисток матчу ЮФЛ-1 с участием команд Академии Родины и Строгино. Но из новых четырех команд, которых теперь в первенстве ЮФЛ будет 18. Звучит стартовый свисток, и вот так с небольшим фальстартом команда все-таки у нас начинает этот матч. Уверен, что они будут чувствовать себя в ЮФЛ уже как дома. Опасный момент, и 1-0! 1-0 в этом матче не заставил себя гол долго ждать. И это Наиль Арифуллин под 14 номером открывает счет в этой игре. Но фантазировать такое начало матча мы точно не могли. Омаров промчался по левому флангу, прострелил. И насколько хорош Арифуллин в этом эпизоде. Хлебегов, навес. Борьба! Это 2-0. Артем Кудрявцев выигрывает верховую борьбу и отправляет мяч в сетку. Забить, отличиться. И Артем Кудрявцев нашел эту возможность при данном розыгрыше углового удара. Его на подступах штрафной площади следует забегание на подачу. На подачу Халибегова. И Мухаммад вполне мог второй уже записать в этой игре. А мы видим повтор. Подача Халибегова. И... атакует Строгино. И как же красиво мог завершиться наш матч. Посмотрим повтор. Открылся грамотно за спиной Смирнова. Получает мяч Борисов. Бьет в дальний угол. И мимо створа проходит мяч. А как же был близок Данил Борисов к пятому голу в истории противостояний среди команд Родины и Строгино 2007 года рождения. Звучит финальный свисток. Не успевает выйти на поле Алексей Сосницкий. Хотя уже переоделся и был готов ворваться в эту игру. Мы поздравляем Родину с победой, ее болельщиков. Счет матча 2-0. Оба гола случились в первом тайме.